Снова фальшивки. В правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника банка о поддельной купюре. Подозрение вызвало банкнота достоинством 5000 рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Сошел снег, и доступ к садовым домикам для грабителей стал проще. На прошлой неделе сотрудники УВД зафиксировали 2 случая грабежа в садоводческом товариществе «Союз». Неизвестные проникли в дома и вынесли имущество на сумму 3000 и 7000 рублей. Поэтому будьте внимательнее и всегда проверяйте эти замки на своих домах. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. На Южном шоссе около дома 18 водитель автомашины ВАЗ двигалась по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог и не предоставила преимущества в движении «Ладе Вести». В результате ДТП водитель ВАЗа получила повреждения в виде множественных переломов ребер. Была госпитализирована в травматологическое отделение КБ-50. А водитель «Лады» получил ушиб в височной области. После осмотра врачом он был отпущен домой. На прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения задержано 7 водителей. С тонировкой зарегистрировано 25 правонарушителей. Ремнем безопасности пренебрегли 38 автолюбителей. 3 велосипедиста нарушили правила дорожного движения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.